Привет всем! Subaru Outback 2011 года. Вот так вот разбита мода. Пришлось взять фотки с аукциона, потому что машину разобрали без меня. Ну вот, затолкали ее в гараж. Тут придется снимать двигатель. Вот этот лонжерончик мешает. Надо его немного отогнуть, что я и делаю. Отгибаю лонжерон, вытаскиваю двигатель. Ну вот в таком состоянии находятся лонжероны. Подрамник тоже согнут и довольно не слабо. Много мест крепления подвески. Вот. Буду пробовать тянуть сразу все вместе. Попробовал, нифига не получается. Очень большое усилие нужно. Решил все отдельно. Открутил подрамник и решил сначала выровнять, оттянуть его. Вот. Без лонжеронов он идет гораздо проще. Вот настолько его пришлось вытянуть. Чуть-чуть опускаю эту сторону вниз и принимаю за лонжероны. Для начала все оттягиваю, насколько это возможно, любыми способами, какими только можно. Вот. Правый, левый, правый лонжерон. Для лучшего эффекта выпираю заломы домкрата. Вот эти заломчики, чтобы вышли. Вот. Естественно, они до конца не выйдут, но сколько-то. Вот. Сейчас левый лонжерон таким же макаром. Ну а сейчас буду все рассверливать. Я имею в виду лонжероны, чтобы были лучшие подходы. Ну вот, рассверлил. Так они теперь выглядят. И подходы удобнее, и тянуть будет проще. Вот эту кучу металлолома мне придется выровнять. После того, как я выровнял лонжероны. Ну вот, тяну лонжероны в те места, где мне нужно убрать заломы. И потихоньку их натягиваю и выстукиваю. Вот. Нижний драмфит выбрал. Сейчас верхний. Вот. Чуть-чуть лонжерон перекручен. Имеет неровную крутость. Придется вверх потянуть, а низ отдавить. Вот. Подчеканю чуть лонжерон, подровняю и буду потихоньку сваривать. Ну, вот одна часть приварена, как видим, лонжерон как палка ровный. Сейчас приварю все остальное. Приступаю к левому лонжерону. Этот готов уже. Сейчас нужно сделать этот. В принципе, делается то же самое. Все вытягивается, равняется. Но тоже был чуть перекручен, только в обратную сторону. Возвращаем его на место. Верхнюю часть чуть подтягиваю. Ну и вот свариваю все. Сейчас буду примерять телевизор. Но для начала замерил лонжероны. Вот такой ущербный телевизор. Был бы оригинал. Было бы больше деталей на нем приварено. Меньше пришлось равнять. Ну вот, мерю балку бампера.
Лидер, где надо, подтягиваю. Ну и свариваю, конечно. Вот, измеряю уровнем саму балку. Прикрутил этим лонжероном. Подрамник, точнее. Ну, вот, переварил все. И прежде чем ставить двигатель, подшпаклю лонжероны и покрашу их. Вот, загрунтовано все. Осталось покрасить. Ну вот, покрасил. Сейчас можно всовывать двигатель и вешать остальные детали. Примерять фары и все остальное. Вот, двигатель стоит, подушка совпадает ровненько. Значит, не ошибся в размерах. Навешиваю деталь. Опять Тайвань, капот. Вот, обратите внимание на зазорчик, там где у капота. Крыла более круглые, там более острые. Ну, здесь чуть подправил, сколько мог. С левой стороны пришлось чуть-чуть крыло подстукать и подогнать по капоту зазорчик. Ну, вот, примеряю фары, смотрю зазоры, как бы все нормально, зазоры есть, но меряю без петли замка, чтоб не вводил меня в заблуждение, потому что замок старый, был чуть деформирован. Ну вот, я все собрал уже с замком, с петлей, поставил бампер. Отдаю на покраску. Ну вот, машина покрашена, собрана. Готово к использованию. Прекрасно выглядит Субарик этих годов. Ну вот. Такая вот работа. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписываться на новые видео. До скорых встреч. С вами был Артур.